17 марта в Твери на площадке мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии избирательной комиссии Верхневолжья и регионального министерства молодежной политики. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Документ подписали председатель облизбиркома Валентина Дронова и министр молодежной политики Алексей Ежов. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере реализации молодежной электоральной политики на территории Тверской области и совместных просветительских программ. Мы, конечно же, хотели бы видеть больше молодежи непосредственно в самой избирательной системе, в том числе в тех участковых избирательных комиссиях, которые будут переформироваться в этом году. Плюс мы надеемся, что данное соглашение позволит найти нам новые направления работы с молодежью, которые нам может подсказать Министерство молодежной политики. Среди основных целей соглашения – создание условий для обеспечения избирательных прав граждан России, взаимодействие и информационный обмен в ходе подготовки и проведения выборов на территории Верхневолжья. Забота и любовь к родному краю, она проявляется в том числе и тогда, когда человек ответственно подходит к своему выбору в жизни и в том числе к выбору государственной власти, представителей этой государственной системы, этой государственной власти. В рамках соглашения будет разработан план совместных мероприятий, первым из которых станет форум молодых и будущих избирателей Тверской области «Мы вместе», который состоится 20 апреля в столице региона.